В аэропорту Шереметьево задержан двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, боец смешанных единоборств Усман, а также его товарищ Камал Идрисов. Их подозревают в наезде на сотрудника полиции в аэропорту Каспийска, после чего они вылетели в Москву. Как сообщили в Следственном комитете, все произошло, когда полицейский пытался остановить для проверки автомобиль без номеров и с затемненными стеклами. Он получил травму, возбуждено уголовное дело.